Около часа ночи на улице Тухачевского во время патрулирования экипаж ДПС заметил белую иномарку, водитель которой вел себя подозрительно. Двигаясь по дороге, легковушка виляла из стороны в сторону. На требование инспекторов остановиться водитель не отреагировал. Началась погоня. В какой-то момент легковушку удалось прижать к бордюру. Один из инспекторов попытался вытащить нарушителя из машины, но тот снова нажал на газ и около 20 метров тащил полицейского по асфальту. Сорвавшись, страж порядка решил применить оружие и выстрелил по колесам, но это также не дало результата. Погоня продолжалась около 10 минут. К преследованию подключились еще несколько экипажей ДПС. Позже на улице Аэродромной автомобиль нарушителя удалось зажать в тиски. За рулем автомашины «Шевроле Круз» находился мужчина 81 года рождения, уроженец одной из соседних республик, постоянно проживающий в городе Уфе, имеющий регистрацию, которая на сегодняшний день уже закончилась. Регистрация на территории Российской Федерации данного гражданина была до апреля 2015 года. Водитель вышел из машины. По первоначальным признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования данный водитель отказался. За время погони водитель много раз грубо нарушал правила дорожного движения. За это на него составили больше 10 административных протоколов. Сейчас решается вопрос о выдворении его за пределы России. Кроме того, нарушители могут привлечь к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.